Здравствуйте, мы продолжаем прикол с редактором. В прошлой части я построил этот ужасный космический корабль, потому что запрос был сделать большой космический корабль с монстрами, но на монстров места не хватило, мне даже на корабль места не хватило. 100%. И он, видите, сколько дырок тут еще. Формально это очень большой объект, который можно сделать в FMC 2, можно сказать, самый большой. Замкнутый, потому что у него есть днище. Он сам по себе днище, но днище у него, тем не менее, есть. Вот. То есть, если так вот посмотреть, допустим, с моста, да, мы можем так видеть. А, кстати, давайте выполним миссию с этой точки. Посмотрим, как он выглядит так вживую. С этой точки. Вот. Вот, значит, кол такой видит. О боже, это космическая баржа! Они прилетели, чтобы поработить Землю! Боже, нет! Это, знаете, больше похоже на парящий ботинок с реактивным двигателем. Серьезно, сраный ботинок, я не могу. Я ужасно строю. Поэтому не просите меня строить в Infamous 2, потому что вы об этом пожалеете. Но смотрите, он так в такой дымке тут, да? Так. В принципе, неплохо вышло. Но отвратительно. Неплохо, но отвратительно. Я это сохраню. Ну, блин. Просто, чтобы мои труды не пропадали зря. Трудов, конечно, мало, но тем не менее. Нет, не хочу сохранить перед выходом. Я хочу создать новую. Что я делаю? Новую создать нужно миссию. Так. Запрос от Е11 Дениса. Сделай сущий метеоритный дождь, и там будет НЛО, и из него выходить болотные монстры. То есть я только что строил космический корабль, мне теперь нужно строить еще НЛО. Но НЛО делать проще, потому что его можно сделать меньше. А вот сущий метеоритный дождь... Давайте начнем с него, потому что корабль мы уже строили, а сущего метеоритного дождя мы не делали. И я зачем-то поднялся наверх, хотя мне нужно спуститься обратно. Потому что мне нужно изменить время суток на ночь. Ибо метеориты лучше наблюдать ночью. Согласитесь. Конечно, можно и бурю поставить, типа метеоритный дождь, это все окрашивает небо в такой цвет, но мне нужна будет ночь, потому что я собираюсь кое-что сделать с метеоритами. Так, между промзона. Промзона. Это здесь находится, правильно? Нет, не здесь. Ха, а где же тогда? Вот здесь? Нет. Может, здесь? Нет. А где же это тогда? Неужто это уличная бутафория? А вот. Плохие ребята. Возьмем наш любимый шарик. Это будет метеорит. И возьмем освещение и спецэффекты. Это у нас будет огонь. Совмещаем огонь. И шар. И получаем добротный метеорит. Это типа он сгорает в атмосфере. Но, как вы понимаете, эта штука должна падать. Сущий метеоритный дождь. Это у нас заняло 4%. Всего 100%, следовательно, 100 делим на 4. А, я не могу быстро взять калькулятор, но я могу быстро взять свой iPod. Делим 100 на 4. И мы получаем максимальное количество метеоритов на этой карте. Вот таких вот сделанных. Уйди ВКонтакте, я не хочу там быть. Я хочу снимать миссии... Прикол с редактором. Уйди! Так. 100. Теперь ты еще ключ здесь будешь, засранец. Я только вырвался поснимать, но у меня уже все наперекосяк идет. Это можно бы делать 25 таких метеоритов. В принципе, это не так много. И можно было поделить и в уме. Но... На самом деле, да. Если делать 10 таких метеоритов...
Вот мне только интересно, как это будет работать. То есть давайте вот с этим тестовым мы как-нибудь сделаем. Мне для каждого, правда, придется свою группу создавать. Потому что метеорит и огонь, они... Если я сделаю случайно, чтобы каждый метеорит падал, и у них общую группу. А вот тут мне интересно, если я метагруппу сделаю. Если я сделаю... Значит, группу... А они все равно рандомно будут. Два огня или два метеорита. Мне не получится их совместить. Отменить, да. Поэтому нужно будет каждый метеорит помещать в отдельную группу. М1 будет. Метеорит 1. Старт. Типа падает. Вот. И вот ты... М1. Прекрасно, теперь не могу шар выделить. Слышь? Вот так. Огонь должен быть повыше, наверное. Вот так вот примерно. Ну и допустим, так, физика. Еще бы я вспомнил, как это делать. Так, миссия начинается, это у меня уже рефлексы. Потом физика. Так, незакрепленный скорость. Скорость по оси Z будет у нас в глобальном масштабе. Нет, 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 нет. Максимальная. Или нет? Можно, по-моему, 10 метров в секунду максимум сделать. Нет, 50, значит. Возьмем, допустим, 35. Да. Сила тяжести 100%. Вот мы его видим. Выполним с этой точки. Посмотрим, как это будет выглядеть. Ага. Z положительное, это вверх. Ладно. Тупанул. Извиняюсь. Пробуем заново. Минус 35, значит. Пардон. 35. Хм. Только он отскакивать будет. А настоящий метеорит пробивает кратер. С другой стороны, это выглядит неплохо. Но нужно поднять его выше. Я бы еще сделал, чтобы он падал по диагонали, но я не уверен, что их будет видно. Однако, если я размещу это на максимальной высоте, сделаю небольшой угол по оси, скажем... Все, максималка. По оси, скажем... Y это... Я не знаю. И я еще не могу сделать, чтобы он взрывался при столкновении. Можно делать тогда эти бочки ТНТ, они точно взорвутся, если упадут. Но это как-то повнушительнее смотрится, знаете. Или можно вообще один огонь оставить без шаров. То есть вот так, да? Как-нибудь. Сделать, если... Ну-ка, посмотрим. Ну да, огонь двигается медленнее, чем метеорит. Поэтому имеет смысл, наверное, от шара вообще отказаться. Во-первых, это уменьшит место. А во-вторых, это будет проще. В конце концов, когда падает метеорит, мы не видим метеорита, наверное. Мы видим только саму вспышку. А когда он приземляется, он оставляет после себя сам себя и, собственно, кратер. Поэтому, собственно, если мы не будем видеть ядро метеорита, так скажем, то... Ничего страшного от этого не будет. И это решит сразу две проблемы, потому что мне не придется создавать отдельные группы для каждого.
Там мы сделаем вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Тем не менее, по 2% жрет. Один метеорит. Ну вот, 50% заполнил. Только теперь нужно изменить логику. Я просто, чтобы быстро спускаться вниз, так делаю. Меняем условия. Значит, миссия начинается. Хотя нет, мы не меняем условия. Мы добавляем ветвление. И говорим, что объект М1 удалить из мира. При этом правила физики к нему все еще применимы. Затем мы добавляем таймер. И заказываем там интервал, скажем, в 3 секунды. И по этому интервалу мы задаем случайный объект. Который будет помещаться в мир. Таким образом, каждые 3 секунды будет падать рандомный метеорит. Из всех, которые мы разместили вверху. Смотрим. Но я ничего подобного не вижу. Горизонт чист. Значит, дело, что физика отменяется. В таком случае мы меняем немножечко условия. Добавляем ветвление здесь. И вместе с помещением в мир мы добавляем сюда физику. Она быстро работает каждый раз. А даже не каждый раз, я знаю, чем это может обернуться, поэтому я поставлю еще таймер на полсекунды сюда, на 1/10, вернее. Это очень часто спасает. Смотрим теперь. Чтоб физика включалась через 1/10 после того, как объект появится. Беда. Может, что-то неправильно сделал? В начале 3 секунды все объекты удаляются из игрового пространства. Потом каждые 3 секунды один рандомный появляется. Добавить. И к нему приписывается физика. Давайте для вместе ощущения, что, допустим, мы вот это временно уберем. Вместе ощущения, что он не респавнится после удаления. Хотя это странно. По идее, должно работать. Попробуем вот такую схему, чтобы он появился через 3 секунды, и он, и все остальные. Да, он появляется и тут же сгорает. Ни хрена. Эва как. Они разрушили дом, но их так мало, так слабо видно. А это ведь очень большой огонь. Я могу использовать, конечно, вот такой огонь. Но за еще хуже. Еще хуже видно будет, наверное.
не знаю, как это нормально сделать. Сущий метеоритный дождь. Знаете, к черту физику. Нет, ладно, мне жалко. Нет, не жалко. А, ну на. Нет, я не хотел. Я сделаю, короче, падающие баллоны, блин, с газом, и все. Что же я так в обороне это туплю? Выйти. Вот, и новые. Потому что с этим... Если бы я один метеорит делал, я бы сделал все как надо. Но так как я делаю кучу, и чтобы это был именно метеоритный дождь, то это гораздо сложнее. Ну что, это ранний вечер, ладно. Так. Группа. М. Н. И П. То бишь, метеорит. Уйди. НЛО. И пришельцы. Зеленые человечки. Вот. Мы берем стандартные баллоны с газом. Присваиваем группу М и U. Высоко в небо их. Можно их поставить вот здесь, чтобы их траектория пролагала прямо вот туда. А это будет... Нет, не здесь. Переместим место миссии вот сюда, чтобы их координаты пролагала именно вот так вот. Чтобы они падали как бы с моря вниз. Не, пролетел. Значит, вот так. Вот здесь. Вот здесь, ладно. Вот так вот. Я не знаю, как их так подобрать, чтобы они нормально попадали. Эти уже по 1% добавляют. Они, правда, будут все бить примерно в одну точку. На самом деле это не очень хорошо. На самом деле это совсем не хорошо. Но так как они будут рандомные, то в принципе можно. Офигеть, я так буду 40% 100 лет делать. Ну это очень хорошо, он просил метеоритный дождь, сущий. Ну чем вам не метеорит, собственно? Правда, не оставляет после себя следа в атмосфере. Ну блин, ой-ой-ой, переборщил уже. Ну блин, Infamous, это вам не про атмосферу. В смысле, в плане физическом. Атмосфера тут на самом деле есть, но только она другая. Ну и поехали, значит. Вот, все наши метеориты. Настраиваем все, как у нас было в прошлый раз. Миссия начинается. Петление. Я наоборот, наверное, как-нибудь вот так. И добавляем, что метеорит. Удалить из мира все. Да. Потом. Таймер каждые 3 секунды. Добавляет нам... Нет. Триггер поместить в мир. Я заранее сделаю. Так, случайный я выборщик. Произвольно, да. Вот. А вместе с этим... Физика... Установить, пожалуй. Реагируя на прочий объект. Да, так есть глобальный масштаб.
По СЕЗ это минус 35. Допустим. И по оси. Вот сейчас буду экспериментировать, потому что я не знаю, какая ось за что отвечает. Ну, по оси Y, скажем. Половину, то есть где-нибудь 15-20. Вот так как-нибудь, ладно. Ну, поехали. По идее, на меня сейчас должны падать метеориты. Я не уверен, что это звезды. Да, это не звезды. Почему они, суки, не падают? Наверное, потому что я не поставил таймер на 0,1 секунды. Смешно и не смешно одновременно. Таймер на 0,1 секунды, будьте добры. Не так, меня, значит, перенесет с этой точки. Или все-таки звезды? Что не так-то? Ребята, давайте жить дружно. Я вам хочу сделать метеориты. А вы, суки, не падаете. Может быть, потому что вы не успеваете долететь до здания и падаете в море? Может быть. Вас надо расположить иначе. Давайте попробуем убрать скорость по оси Z, а по оси Y оставить. И мы увидим, насколько далеко они могут пролететь, пока не врежутся в эту башню. Если врежутся, потому что она вроде бы ниже. Так, по оси Z скорость убираем. 0. 0. Это значит, никуда не двигайтесь по оси Z. Смотрим теперь. Вы видите летающие бочки в небе? Да. Потому что они у меня подряд идут. Я сделал другое условие. И не буду их удалять из игрового пространства. А вот это добавлю сразу же сюда. Потому что они иначе по одному появляются, а я их тогда не вижу. Ага, почти накололся. Угу. Офигеть, еще 20 минут впустую. Ну что ж такое-то? Это звезды, только что-то они сдвоенные какие-то все, непонятно размытые. Не, ну все, чё? Я не знаю, как делать метеоритный нож. Ладно, хорошо. Дубль 3. К черту траекторию падения метеора с неба. П
по диагонали. К черту. Так, сделаем те же три группы. М. Н. И П. П значит пришельцы. Да. И, короче, ставим их рандомно просто вот над городом, вот тут, около этой башни. И пусть падают тупо вертикально. Все, я задолбался. Вот с такой высоты нормально будет. И ставим их так, так, так. Я уже делал подобные, только у меня были падающие люди. Ну а тут падающие метеориты. Побольше разброс буду делать для эффектности. Правда, их не будет видно, пока они не упадут и не взорвутся. Кстати, даже вот так буду делать. Чтобы было видно, куда они сбрасываются. Я просто не знаю иначе, как это по-нормальному сделать. Это можно регулировать скорость отдельно каждого метеорита и отдельно каждого его этого его сгорающего слоя, скажем так. Но это, прикиньте, для каждого прописывать собственную логическую цепочку. Если, блин, заморочиться, я мог бы это сделать, но на камеру я не знаю. Хотя, наверное, это был бы еще более интересный процесс, чем то, чем я уже занимаюсь, в попытке сделать как-то попроще. Почему они опускаются с каждым разом? Мне показалось. Нам показалось. Он 45%, окей, этого достаточно. Так, теперь мы сделаем НЛО, из которого выходить болотные монстры. То есть, я так понимаю, НЛО должно быть приземленное. И вот хорошее место для приземленного НЛО. Так, ну, болотные монстры сразу так. И какие-нибудь такие штуки, которые могут... Во, все. Не, только наоборот. Кто так? Не, не камильфо. Конечно, так неплохо видно. Ну, короче, это ножки будут нашего НЛО. Которая приземлилась порабощать вселенную. Нет. Нет, не моя любимая стена. Вот моя любимая стена. Да, друзья. Такс. У пришельцев могут быть другие геометрические фигуры. Поэтому не нам их судить. Я уже сделал офигенный космический ботинок. Поэтому... Вы знаете, что я мастер этого дерьма. О, приземлились, нах. Теперь возьмем стены поменьше. Скажем, такие. Это я, конечно же, оставил на месте. Я молодец. Это будет дофига инопланетный фасад. То есть пришельцы. И
Используют как строительный материал для космических кораблей обычный камень. Настолько у них продвинутая цивилизация, что мы не можем, а они могут. И, блин, не поспоришь. Вот. Я стал сделать им офигенную крышу. Нет, я сначала ее расположу, а потом уже буду дублировать. Я уже проходил это, спасибо. Так. Вот. Знаете, недоволен этими частями, так же, как вы. Отвратительно. Как бы я ни старался это замаскировать, мне совершенно не нравится то, что я сейчас делаю. Поэтому не думайте, что вы в этом плане одиноки. Вот. Просто меня просили использовать фантазию, но проблема в том, что на подобные вещи фантазии у меня нет. У меня хватит фантазии только сделать тупую базовую форму из того, что есть. Вот, короче, инопланетный колодец определился. Все, кто скажет, что это не НЛО, пусть первый бросит в меня камень. Вообще, это больше на рояль похож. Но не суть, ладно, это все пришельцы, это не инопланетные технологии, мы их не понимаем, и не надо. Так, а тут, знаете, я все-таки блесну чуть-чуть фантазии, хотя фантазии назвать тоже сложно. Использую луч! Вот, мягкая пульсация. Яркость. Каково это? Ну, не видно самого вот этого. Ой, теперь я его еще и... А, нашел. Как же тебе цвет-то настроить? Я же нифига не вижу. О, настроил, обалдеть. Вот. И монстры. Пришельцы. Которые отсюда вылезают и хотят порабощать мир людей. И что такое? Реально, какой-то, блин, летающий рояль приземлился. Кривой пипец. Не, я не хочу оправдывать тем, что в Infamous материалы не предназначены для строительства классных вещей, потому что я видел, что действительно классно можно соорудить. Нужно париться часами, конечно. Мне не столько времени, мне хватит времени, чтобы только сделать такое говно. Или я могу... Вы можете мне сказать, типа, иди нахрен, строй это все без записи, а потом показывай нам готовый результат. Тогда я буду заморачиваться с формой, там, я не знаю, со всем вот этим дерьмом, и будет немножко лучше, чем получилось сейчас. А может, не немножко, я не знаю. Так, ну вот, собственно. Давайте попробуем посмотреть, как это выглядит. А, сейчас, я же логику не настроил. Давай, в третий раз. Закинул он небо. Сейчас, если заработает, в любом случае я закончу часть, даже если не заработает, потому что времени много утекает. Че я хотел-то? А! Физика. Метеоритов по оси Z. Минус 35. Установить глобальный. А, нет. Не сейчас. Я же не поставил выборку случайного метеорита. Таймер. На 3 секунды. На 3 секунды. И случайно выбранный АББ-яхт.
тут, кстати, тоже таймер. Но это по ситуации. Ладно, поставлю, хуже не будет. Знаете, чтобы мне потом еще раз за ним возвращаться. И ставить таймер на 10 секунды. Просто зачем это? Чтобы физика применилась после появления объекта. Вот. То есть он появляется, к нему применяется физика. Правильно? А здесь нас поместить в мир. Триггер. Естественно. Итак, смотрим, главное, чтобы меня не пришибло метеоритом. Вау. А все почему? Я забыл изначально удалить их из мира. Нет. Ну, давай. Пришельцы и пришли. И сущий метеоритный дождь. Ребята, сущий не могу. Ох, блин, ладно, попробую сделать то, чего я никогда не делал. Это поставить здесь тоже триггер. А вдруг сработает? Ай, все время надо попадать. Но я не вижу падающих метеоритов совсем. Ничего не понимаю. Выбирается случайный. Каждые 3 секунды. А. Вот в чем было дело. Я забыл поставить повтор. Тогда нужно еще вот так сделать. А, нет, я же поставил повтор, так что он активируется один раз и активируется постоянно. Где бум? Вы слышите взрывы метеоритов? Может, мне их на карте прикрепить, чтобы видеть, что они есть или нет? А если есть, то где? Я уже в отчаянии, ребята. Так, добавить... Карта. Метеориты. Точка маршрута даже. Чтобы пожирнее. И смотрим. Так, появился. Еще появился. Еще появился. Они появляются, но не падают. При этом, если они изначально в мире, то они падают. А если уменьшить задержку таймера? Вот здесь. То есть, на 10 секунды стоит, а я поставлю 0.5. Но тогда здесь я поставлю не 3, а 2.5, чтобы уравнять шансы. Смотрим теперь. Появляется точка. Ну, они появляются, но они бы, знаете, исчезали, если бы они падали и разбивались. Как подобает настоящим метеоритам. Но я вот стою прямо под ним, и он падать не собирается совершенно. И
Может быть, я зря триггер поставил там, может быть, нужно было поставить обратно эти... группу. Установить скорость. Они же падали, вы же видели. Сила тяжести 100%. 101. Если что-то это изменит. М. Ну давай. Точки должны появляться, исчезать, появляться, исчезать. Каждые 3 секунды появилась новая точка, исчезла, появилась вторая, исчезла. Нет, нет, не работает. Не работает. Черт возьми. Я в отчаянии. Увидимся в следующей серии.